Ну чё, погнали. Опять план! Почему мне выпадают постоянно одни и те же персонажи? Можно мне просто умереть, пожалуйста? План, конечно, прикольный герой, но... Играть им два делика подряд. В чем проблема рубрики Рандели? Может, импакт? Давай через пули, наверное. В Рандели я не смотрю на то, что за мутации есть в Делике, какой билд можно забрать в Делике. То есть играют так, как будто это неизвестный забег для меня. Также я пытаюсь достичь L3 и собираю билд, который мне предлагают, а не тот, который я хочу. Ну, то есть я хочу собирать билд, который как раз таки у меня получается. Я пытаюсь исходить из того, что мне предлагают. Соответственно, это максимально... Как это правильно сказать? Максимально натуральная ситуация, где ты просто пытаешься как можно дальше дойти. На стабильных тактиках. Ну и рандомный персонаж. Персонаж рандомный. И как-то может быть очевидно, а может быть и не очевидно, но меты здесь вы никогда не увидите. Почти никогда, скажем так. Потому что мета может быть... В пробирке она и крутая, когда ты ресетишь и добиваешься ее. Но на практике мета одна из самых худших тактик для дохождения до дальних лупов. Ну, точнее, после третьего лупа мета как раз таки начинает хорошо работать, но чтобы дойти до туда, мета не лучший вариант. Наоборот, прикольно. Потому что мета сосет. Куда интереснее играть как раз таки на всяких ренжовых фановых билдах. Просто которые могут что-то сделать, в отличие от меты. Понимаете? Когда ты собираешь мету, хотя бы одной важной частички не хватает, и все, она превращается в говно. Я могу взять импакт, но для полевого он, в принципе, может. Ну, давайте, давайте. Давайте, почему бы и нет. На ком еще будет Рандели? Я об этом не узнаю, пока не начну его. Я не хотел играть плантом дважды, причем. Я не хотел играть плантами первый раз. Персонаж, конечно, классный, но, блин, не мой любимый. Ким? Привет, Саша. Паша Горев. Как стоит проходить этажи в Рок 2? Сразу искать портал или как-то иначе? Просто твои прошлые советы были месяца 3 или больше назад. Может, что-то изменилось? Пока наиграл 15 часов и на Муссоне даже луп не зашел, а на Дожнике максимум до 20-го. Ну, в Рор самое важное — это ранняя игра. Тебе нужно понимать, что в определенных ситуациях нужно
можно больше полутать в определенных ситуациях. Сразу же поспешить. Когда ты спешишь, ты понимаешь, что как бы тебе нужно достаточную силу иметь для того, чтобы как-то мочь доходить, да? Подходить. Бороться с теми проблемами, которые ты встречаешь. Пули и дробь. Интересное совмещение. В общем, в итоге на Муссоне обычно у меня как происходит? Первый этаж я лутаю почти полностью. Почти полностью, это важно. Не полностью, почти полностью. То есть в среднем на данный момент, то есть после всех моих наигранных часов, как я делаю? Я сначала на первом этаже чуть больше лутаю. А на втором чуть меньше. То есть в итоге получается так, что первый этаж у меня как бы занимает многое, а второй этаж мало. Получается так, что когда ты лутаешь первый этаж немножко, то тебе и второй этаж надо как-то полутать хорошо. Но с другой стороны, получается так, что в моем случае я первый этаж лутаю побольше, а второй этаж максимально быстро прохожу, и третий этаж у меня становится стабильным. Если ты долго проводишь на первом этаже времени, много, то у тебя получается ситуация, что второй этаж обладает большими сундуками. Точнее, по стоимости, да? У меня сейчас хоррор будет. Дорогие сундуки будут. То есть, и это никак не мешает из-за того... Так, надо здесь осторожно, чтобы он не разрушил столбы. А он может. Окей. Теперь все нормально. Хор может испортить эту фигню. Разрушить столб, и ты не возьмешь корону. Это будет очень печально. Я же не возьму уровень. Окей. Так вот, в общем, на Муссоне... В Risk of Rain нужно понимать несколько вещей. Первое, это то, что тебе нужно лутать. Второе, это то, что ты должен обладать достаточной силой для того, чтобы бороться с боссами и элитными врагами. И просто с врагами, да? И третье, активировать портал в нужный момент времени. Не просто обнаружить его, не просто залутать и вернуться к нему, а именно ты должен понимать, когда ты должен активировать портал. То есть четко осознаешь, ага, я залутаю сейчас это, у меня будет столько-то предметов, и я пойду активирую портал. Предметы будут говно, все нормально, я справлюсь. На следующем этаже ты смотришь, ага, сундуков мало, я иду к телепорту сразу же, убиваю босса как можно раньше, и из-за этого у меня будет меньше проблем на следующем этаже. Если я задержусь на этом этаже, потому что здесь мало сундуков, до них далеко идти, я буду долго лутать, я потрачу гораздо больше времени. Если я активирую телепорт позже, то босс будет сильнее, потому что будет нарастать от времени сложность. И, соответственно, будет проблема и на этом боссе, и на следующем этаже. То есть от обстановки все зависит. Тебе нужно просто наблюдать и понимать, когда активировать телепорт? Сейчас, потом, или, может быть, полутать, активировать, потом снова полутать. То есть, в итоге, осязание должно быть, просто осязание. С опытом придет. 15 часов это, в принципе, не так много, чтобы стабильно проходить Муссон. Так что, все еще впереди. Почему у меня в ульте 3 хора за один раз сидело? Потому что это был кластер. Которые могут спавниться в кластере. Так, тем временем, Тарис Санти, спасибо за спонсорство на ютубе. У меня такое ощущение, что этого оповещения не было у меня, не? Я не уверен. Ладно, не важно. Если не было, то скажите, потому что это важно. По-моему, в прошлый раз я тоже не увидел, не услышал, не увидел оповещение ютубовское.
Может, я их отключал? По-моему, я их отключал. Блин, я сейчас вспомнил, наверное, я их отключал, когда меня на Ютубе забанили. И они вылезали тогда, когда я стримил четко на Twitch. Только на Twitch. Получалась неловкая ситуация, что типа на YouTube я не стримлю, и я их даже видеть не мог тогда еще. Наверное, все-таки я их отключал. Вообще надо будет проверить это все. Автошотган. Я не уверен, что я хочу его брать, хоть у меня и плечи. Давай возьмем. Я, наверное, даже вот так сделаю. Да. Привет, изгеймер. Так, ну у меня уже два улучшения, мне третье уже ни к чему. Плюс ко всему, зубы не самая сильная мутация в игре, и тем более у меня нету других более важных. Поэтому вот фиш. Вот фиш в данном случае как терпение работает. СС? Да, СС нужен. От СС я бы не отказался. Опять, кстати, лол. Болты и ЛБ. Выживаемости мало. Я бы сказал ноль. Кто это был? Одну секунду. Изи Геймер 16. Спасибо за фолло. Заигнорил тебя. Но я не специально. Привет, пандей. У меня сейчас полевой билд. Ладно, я тромбат возьму. Лакишот очень хорош для полевых билдов. Но раскрывается он себя только уже на третьем и плюс лупах. Этот билд, я не думаю, что покажет себя отлично на третьем лупе. Думаю, будет примерно такая же ситуация, как в прошлый раз. Но посмотрим. А, у меня же еще стресс. У меня же еще и стресс. О, это отлично, слушайте. Короче. В этом билде либо ультрашотган будет действовать, либо ультраревольвер. И в обоих есть свои плюсы и недостатки. Ультраревольвер очень точный и на третьем лупе будет очень сильный. Но вместе с ним нужно второе полевое оружие, и тогда плечи будут бесполезны, так? Что если я и шотган, и револьвер на третьем лупе буду использовать? Наверное, это будет чересчур, да? Наверное, я в конечном счете заигнорю плечи. И вообще, скажем так, плечи у меня с детства не были, грубо говоря. То есть я Destiny сейчас использую несколько иначе. Я выбираю осознанно одну мутацию, а получаю рандомно другую. То есть у меня сейчас билд 9 мутаций. И рандомная именно вот эта, следующая. А не как обычно наоборот бывает, да? Короче, основной билд пулевой, а плечи так, на поддержке. Да и, скажем так, плечи не самая лучшая усиливающая мутация. Дабл миниган или гиперрофа и ультрагробовик. Да, но на третьем лупе у меня будет хана все. Мне будет хана. Как его передавило красиво. Посмотрим, в общем. Посмотрим.
Смотря что выпадет, смотря какие ситуации будут возникать. Возьму большую лазу, потому что сейчас у меня полевой билд, мне нужно больше сдерживать, чем надеяться на редкие, на меткие атаки. Чем угодно на третьем лупе хана. Ну, в конечном счете ультраревольвер плюс дабл миниган, стандартное сочетание для полевого билда. Перст ничего не имеет, чтобы жить. Мутации на выживание недооценены. Ой, в смысле наоборот, переоценены, так сказать. Привет, ретро-вейв. Гипер-райфа будет хорошо с ультра-шотганом совмещаться. Ключи говно бесполезные. Но они работают пока что. Чуть не коснулся, блин, из-за ноги. Из-за пассивки. Пока что плечи очень даже помогают мне. Конечно, на третьем лупе... На третьем лупе вообще много чего становится бесполезным. Но до него дойти с плечами будет легче, чем без них. Плечи на то и плечи, что они актуальны только на раннем этапе. Чем дальше доходишь, тем больше неактуальных вещей становится. Я на секунду подумал почему-то, что у меня все еще два дробовых оружия. Две СПК, окей. Окей, окей. Так, тут у нас... Взрывчатка. Так, у меня импакт. А, по-моему, там еще кто-то есть, да. Окей, сейчас. Ты должен умереть где-нибудь... Здесь. Я хотел его взять, но я не успел. Ладно, неважно. Ладно. Пицца — это не самое важное. Плечи как Open Mind, но немножко лучше. Да. Я бы сказал, плечи актуальны где-то ровно до тех пор, когда лицо становится жизненно важным. То есть до второй половины второго лупа. В прошлом рандели у меня тоже был плант и тоже был такой не самый сильный билд, и у меня не было лица. И я там вывозил на заднице. Без задницы я бы там умер, может быть, даже на первом лупе. Обычно без лица уже на втором лупе почти невозможно играть нормально. На зимнем городе прорывной такой ключевой, точнее, момент. Там, где собаки начинают идти на тебя за лупими танками. Подождите, ванна еще не было? А, нет, ван был. Я просто что-то как-то быстро с ним так справился. Плечи работают на ура. Просто они
быстро становятся неактуальными. Но я скажу так, если ваша цель не третий луп, а второй, то вы не должны себя ограничивать тем, что типа, о, это худшее улучшение в игре, я не буду его никогда брать. До третьего лупа они работают отлично. Если точнее, до второй половины второго лупа. На том же этапе лицо становится жизненно необходимым. Лицо не самая важная мутация до второй половины второго лупа. Там уже да. Все приоритеты, все выборы мутаций полностью зависят от того, насколько далеко вы доходите. Я опять забыл про лазу. Именно из-за этого разногласия в приоритетах. Дабл мини. Под дабл мини мне надо второе оружие, которое будет более точным, чем автошотган. Забавно, что за секунду до того, как я его подобрал, у меня было мало хп и работал стресс. И обычно миниган стрелял так, как будто он дабл миниган. Был на L5 в ренже без лица. Ну, рендж это рендж мета, понимаешь, это совершенно другая. Я говорю сейчас о относительно слабеньких билдах. То есть в мете без лица можно жить, вполне. Типа, у меня рекорд, алё, без лица. 17-й луп. Мета это другой разговор. Я говорю о фановых билдах. О билдах, которые до третьего лупа доходят. То есть не фановые, а как это сказать? Что попало, то и взял. Укулили. Которые билды. Мета это понятно. Ты просто берешь болты, ультралок, и тебе никакое лицо и не нужно вовсе. Третий луп, у тебя бесконечная радиация, ты всегда можешь закопаться в стену, ты вообще плевал на все, тебе все хорошо. Там понятно. Там единственная проблема это второй трон и бандиты. Первое, потому что скрыться некуда. Второе, потому что их слишком много становится. А в других билдах не все так чисто. Именно вот такие вот неметовые билды полностью раскрывают суть игры. И многие игроки не хотят их играть, просто потому что, ну зачем, типа, буду играть в самых эффективных билдах. Че, я извращенец, что ли, играть в каких-то недобилдах каких-то, блин. А ведь именно в них самая сок, самый вот... Конфетка всякая. Возьму автофлейм, он более точный, более надежный. Мне нужно точное оружие с дабл миниганом. Дабл минигану стресс не нужен. Даже если ты запрокаешь, у игры есть предел. О, у меня, оказывается, есть... ЛБ. ЛБ мне не нужен. Я забыл абсолютно, что у меня здесь джунгли. Кстати, в этой ситуации... Я бы сказал, это даже лучше, чем СС. Кожа, в смысле. Обычно СС рулит лучше, потому что обычно играют через билды с тяжелыми пушками, с триггерами. То есть, когда у тебя редкие, но меткие атаки, ты также терпишь редкие, но меткие атаки по себе.
и СС работает лучше. Но когда у тебя пулевой билд, и ты обязан смотреть на врага, чтобы его дамажить, позже помогать куда лучше, потому что тебе нужно выдерживать, а не просто, типа, попали по тебе тяжелым чем-то, дубиной по башке. И ты, типа, СС спас тебя, и ты пошел дальше стрелять с СПК. Пулевые в билдах немножко другие вещи. Он поэтому такой и слабый. Потому что тебе нужно иметь зрителей и контакт со своей целью постоянно. Если ты его не имеешь, ты, собственно, не дамажишь его. Кстати, в этом плане плечи как раз таки их компенсируют. Плечи позволяют дамажить тех, на кого ты не смотришь. Не понял, где был Ван. Поэтому отбежал в безопасное место. Зачем ты берешь корону крови? А, дело в том, что самая главная проблема — это элитные, элитники, IDPD-шники. И на втором лупе, а я сейчас на первом еще, да? Корона крови раскрывает себя пред Стуц. Пред Мемчик, пред Волтер, пред Сэм. Корона крови начинает себя раскрывать только на втором лупе. Дело в том, что от короны крови ментов больше не становится. Они призываются в зависимости от лупа. Их от крови становится больше только там, где они изначально на этаже, то есть в штабе. А штаб — это совершенно другое. Туда ходят только для двух причин. Заобузить его и закончить забег на капитане. Так что он сейчас не в расчете. Я говорю про полноценные забеги. До смерти. Ну так вот. На втором лупе элитники представляют самую большую угрозу. И когда врагов обычных мало, относительно них элитников становится больше. Ну, то есть, их неизменное количество, но когда врагов больше, то и ресурсов больше. И IDPD-шники появляются постепенно, то есть не все сразу. А в случае с пустыней, там еще и бандиты появляются. Не сразу, со всеми элитниками, со всеми банами и прочими IDPD-шниками. И кровь делает тебе больше ресурсов, больше проков для лапки, для Бладласта, для Лакишота и так далее. Радиации также, если ты ультраоружие используешь, больше. Вообще, ультраоружие без крови я строго не рекомендую использовать. СПК тоже не рекомендую использовать, если у тебя нет крови. Короче, кровь — это то, что реализует игру вообще в принципе. Это очень важная часть забегов до второго лупа и дальше. Да, чем ты ближе к опасности, тем ты безопаснее себя ощущаешь. Большой риск, большая награда. Но кровь — это не риск, это именно то, как нужно играть в трон. Однажды поняв, что кровь делает лучше тебе забег, ты будешь брать ее всегда просто потому что это, блин, кровь. Ну и тут еще есть важное замечание. В дейликах топ измеряется не в том, докуда ты дошел, а в том, сколько тебя убить. Соответственно, без крови дейлик не будет эффективным абсолютно. И это тот самый случай, когда очки в игре, которые я обычно ненавижу вообще на очки дрочить в игре, в троне это само собой разумеющееся, и без крови у тебя будет только хуже все. Как же все меняется от того, что есть лицо? Вспоминаю прошлые рандели. Вижу, у меня дикие проблемы были уже в Халасе. Уже на первом лупе, в смысле. Второй я вообще чудом уцелел. Не, подождите, там даже на первом я чудом уцелел.
И так как я в ранжовом билде, у меня даже намека нет на то, чтобы я мог потерять СС, который у меня отсутствует, разумеется. Я о том, что многие играют через мили, и для них СС вот прям критически важен. Ну, разумеется, потому что ты... Тебе нужно подходить в упор к врагам для того, чтобы дамажить их, да? С мили оружием. Получается так, что для ранжовых билдов СС не настолько важен, как для милишных. Как для меты. Как далеко убийство фриков считаются? Никак, они не считаются. Когда ты первый раз фрика убиваешь, ты зарабатываешь. Когда они воскрешаются, ты уже ничего не получаешь. Это все уже давно просчитано. Фрики не единственные враги, которые появляются. Большие маготы откладывают маленьких маготов при своей смерти. Они считаются. Но вот мухи, которые в джунглях еще, да? Они спавнят маготов, которые не считаются за килы. Ты умирать собираешься? Привет, Александр. Нет, я не служил в армии. Я довольно больной человек. В прямом смысле этого слова. Меня в армию не пустили. У тебя был такой баг, что ты в ульте получаешь ультру UV, после этого выходишь из особняка и попадаешь в него же бесконечно. Такой баг был когда-то. Может быть, он сейчас все еще есть? Вряд ли. Сейчас, по-моему, этот баг уже давно пофикшен. Большая лоза очень хорошо контрит ментов из ванов. Хотя и маленькая тоже бы с этим справлялась неплохо. Особенно с киллером. У тебя была проблема, что триггеры очень редко появляются. У меня даже уже неделю такая проблема. Это просто выборочная память. Ультралук. Пустыня. Самый сложный этап любого рейндж-забега. В каких случаях нужно А и Б ультру брать? Или Б? Тут от предпочтений больше зависит. В прошлый раз я взял ультру Б, потому что у меня банально лица не было. И я концентрировался на тяжелых атаках. То есть я жмакнул правой кнопкой и выстрелил в ту сторону. Если ты с каким-нибудь пулевым билдом, как сейчас у меня, я предпочитаю большую лозу, потому что, собственно, маленькую невозможно будет перекладывать постоянно на новое место.
она долго ставится. То есть она какое-то время летит гораздо быстрее, чем ты стреляешь. Соответственно, ты не сможешь так как активно перебрасывать ее для того, чтобы у тебя побеги все саплинги эти появлялись. Короче, в итоге саплинги лучше для рейнджовых билдов с более-менее тяжелыми пушками. А большая лоза хороша для того, чтобы скорострельные пушки активировать, использовать. Ну и разумеется, для меты, и для рейнджовой, и для стандартной меты, куда лучше подходит большая лоза, потому что у нее больше потенциал, потому что саплинги сами по себе дают только защиту, а дамага не так уж и много. А, лак. Вот здесь саплинги бы мне все просто мигом расчистили. Но это не значит, что я без них не справился. Я без них вполне справился. То есть, когда много-много-много всего, тогда они прям очень хорошо работают. Но это не значит, что они лучше всегда и везде. Они как мелтинг. На некоторых локациях очень хороши, на некоторых вообще ничего не делают. Я только сейчас обратил внимание, что у меня плута нету. Пиццы здесь нет. Я в пицце вообще был. Вот! Вы видели это чистое убийство? Assassinated просто. Вы думаете, что ассасины с дубинками ходят? Ассасины с флаками ходят. Вы видели это дерьмо? Он просто стоял и ждал. Просто стоял и ждал. Классика. Просто классика. Классика. У меня даже одна из нарезок называлась флаковой, потому что я там кучу клипов выкладывал с этими долбанными врагами. А все почему? Потому что я отвлекся на пиццу, отвлекся на ван и отвлекся на инспектора ноющего снизу. Всегда надо смотреть. Они, блин, они умные, блин, они знают, типа. Идут и просто. Он просто стоял и ждал меня здесь, понимаете? Из темноты просто взял и стрельнул. Всегда надо помнить о бафгаторах. Ну ничего. Ладно, я даже рад, что этот дейлик не продлился так долго, как прошлый. Ладно. Привет Ютубу. С добрым утром.